Всем привет, ребята, с вами я, Нюбик Даня Финь, и сегодня, ребята, мы с вами будем строить такой механизм, который сделает нам дождь из криперов, ребят, вы представляете, то есть мы сможем сделать дождь, прям вот с неба будут падать криперы, представляете, просто их будет куча, большая куча, вот такая вот здоровая куча, вот, ребята, и смотрите, перед тем, как мы начнем этот видеоролик, мы, ребята, с вами подпишемся на мой канал, вот, Даня Финн, вот, подписываемся, тыкаем, вот, типа, этой кнопочки, которая есть там, это, где-то, ну, где-то она там, снизу, где-то внизу она там находится, вот, ребята, вот, и тыкаем кнопочку лайк, чтобы быстрее выходили следующие видео, ребята, вот, тик, вот так вот я головой тыкаю, смотрите, тык, надеюсь, она нажалась. Вкусный какой, очень вкусный. И, ребят, смотрите, надо посчитать вот этот вот пример, ребята, вот. 12 минус 5 плюс 4, ребята, очень сложный пример, какое-то двухзначное число вначале стоит, да потом еще и минус, а минус я вообще не умею вычитать, я вот вроде бы плюс умею делать, вот, 5 плюс 4, это будет вроде бы как 6, вроде бы, или 10, в общем, я не знаю, ребята, обязательно пишите, сколько будет 12 минус 5 плюс 4, ребята. И, в общем, вот так вот. И давайте уже начнем строить наш механизм вот этот, который сделает дождь из клиперов, ребята. Просто с неба будут падать клиперы. Их будет очень много, очень, ребята. И давайте сначала мы спросим у этой деревни, кто тут главный самый, спросим у него разрешение, можно ли нам построить вот этот механизм, откуда будут падать криперы, там все это, дождь из криперов. В общем, так, а где самый главный? Вроде бы у них самый главный в такой фиолетовой куртке ходит. О, я у них морковку забрал, ну ничего страшного. Так, в фиолетовой куртке. Алло, а вот он, ребят, смотрите, я его нашел. Мистер, как его звали-то? Блин, как его зовут-то? Ну, короче, сэр, как его там? А, мэр этой деревни. Можно ли я построю механизм, который, ну, ничего не навредит вашей деревне? Ну, я надеюсь хотя бы, что ничего тут не произойдет, никаких бабахов, ничего не будет. В общем, можно я построить здесь механизм? Да, конечно, Нюбик, ты, конечно же, здесь можешь построить свой механизм. Но только смотри, чтобы ничего здесь не взорвалось. И вот, чтобы никакой ни один блок из моей деревни не посыпался, вот, и никакой дом не взорвался. Нюбик, смотри, если ты взорвешь какой-нибудь дом, то тебе, в общем, плохо будет. Вот так вот, да. Вот. Хорошо, сэр, этот, мэр города, деревни это, я ничего не взорву, все нормально будет, ребята, короче, пошли строить механизм, пока нам ничего не сделали. В общем, да, давайте вот его построим где-нибудь рядом с деревней. Так, ну давайте вот тут вот прям, что я выбираю место, нам понадобится очень много камня. Смотрите, раздатчик вот этот вот. Так, какой динамит-то? Где у нас эти... Так. Блин, а где у нас? А, вот они, вот тут вот. Так, яйца криперов, нам очень много понадобится они. Так. Вот так вот. Блин, а нам вообще места так не хватит. Так, освободим немножко вот тут вот место. Так, возьмем очень много редстоуна нам понадобится и очень много красных факелов. Так, вот так вот возьмем. Так, и давайте я вам покажу, как строить этот замечательный механизм. Поднимаемся на очень много, на большую высоту блоков. Вот так вот поднимаем, смотрите. Вот так вот прям высоко. Вот так вот. Смотри, почти до блоков дошли. Вот так вот в длину строим, в ширину, вот столько много блоков камня. Вот так вот, чтобы, ну, в общем, сейчас все сами увидите. Смотрите, я вроде как становлюсь уже профессионалом и уже какие-то механизмы знаю, как строить. Давайте побольше вот так вот построим, чтобы нормально были. Так. Вот так вот. Смотрите, теперь ставим вот тут 4 блока. Вот так вот. Вот так вот они должны стоять. Так, теперь на эти блоки ставим по несколько, ну, по одному факелю.
Землю. Вот так вот. Будет очень сильно достаточно. Так, теперь вот тут вот ставим редстоун. Вот тут вот, вот тут вот, вот тут вот соединявкаем. Все вот тут. Смотрите, начинается эффект. Вот, смотрите, все, все очень, все, все идет по плану, ребят. Смотрите, это уже все хорошо, если все мигает. Так, смотрите. В общем, и нам остается небольшой штрих. Вот, ребята, вот так вот немножко продлеваем вот эту нашу штуку. Вот, и вот тут вот ставим вот этот вот замечательный раздатчик. Все, теперь нам ничего больше не нужно. И теперь нам нужно очень много яиц криперов. Ой, так, а как их еще можно распамнить? Ну, давайте отсюда же так и возьмем. Так, 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 а где они? А, вот они. Так, давайте их возьмем. У, ребята, смотрите, это что такое? Это что, упали? Какой-то этот, что ли? Метеорит? Ребят, смотрите, офигеть, опупенский. Ну-ка, давайте я выйду из режима бога и сломаем тут ляки-блёк. Интересно, откуда он тут вообще взял... Ой, взялся, вообще непонятно. Ну-ка... Ой, а что я сделал? Ой, выкинул яйцо, так, не надо выкидывать. Так, давайте сломаем ляки-блёк. Ой, цветок, и всего. Романтик Роза, как Роза нам выпала. И, блин, ничего прикольного вообще нам не выпало из этого ляки-блёка. Давайте возвращаемся в наш режим, в общем. И давайте, так, блин, чтобы реально не навредить деревне, я думаю, надо построить, так сказать, защищенную стену. Так, нам понадобится самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый крепкий блок, который находится в Майнкрафте. Вот этот вот. Давайте вот, вот так вот, вот. Так, 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 ну вот примерно отмерим вот отсюда. Так, это у нас бедрок. Да, бедрок. Вот тут вот. И начнем строить вот такую большую стену, чтобы не навредить нашим жителям. Ну, как нашим. Ну, в общем, нашим друзьям, вот так вот сказать. Вот. И давайте в три блока построим. А, блин, что-то я далеко. Ну ладно, давайте просто наугад какую стену построим. Вот такую вот. Вим-в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 им. Вот такую вот стену построим, чтобы реально ничего не навредилось. А то наши жители, блин, поймают и что-нибудь с нами еще сделают, блин, нехорошее. А я не хочу, чтобы они нас убили. Я же хочу с ним дружить, там все сотрудничать, так сказать, там с ними добывать в шахте алмазики, фигазики. В общем, все вот эти. Ну, в общем, все полезно. И вот такую стену вот им построим, чтобы их реально ничего не задело. И чтобы их дома не взорвались. Вот такую, вот смотрите, реально высокую стену сейчас построим. Смотрите, ну она уже реально высокая, смотрите. И она длинная и бронированная. Смотрите, ребята, вообще нереально крутая стена у нас получается. Вот. И надеюсь, ничего у нас тут жители не взорвутся. Вот. Вот так вот закрываем все. Ну, в общем, я думаю, будет достаточно смотреть. Прям вообще офигенная стена какая-то у нас получается. Ну и что, ребята, настало время взрывать, ой, точнее ставить крипера в эту вот раздатчик, и начнется бадабум-бадабум. Понеслась, ребят, смотрите. Ой, а у нас этот мирный режим, смотрите, дождь из криперов, ребята, полетел. А, ну они разбиваются, ничего, смотрите, просто офигеть, это дождь какой-то из криперов. Ребята, ну это вообще опупеть. Так, ребят, смотрите, ничего себе, ну они, блин, разбиваются, так интересно, конечно, ну и вообще, пофиг, смотрите, просто вот этот дождь из крипера. Так, ребята, так, пока, давайте, у меня еще одна идея возникла, давайте еще возьмем редстоуна, так, и еще раздатчика немножко, так, давайте вот тут вот, отсюда вот так вот мы, так, вот так вот должны провести, вот так вот, вот сюда, вот смотрите, теперь у нас тут будет очень много этих раздатчиков. Так, если я положу, так, а почему? Так, ну-ка, вот так вот выводим, вот так вот, вот так вот. Итак, редстоун ставим вот сюда вот, и вот сюда вот и вставляем. Да, все, смотри, полетели. Так, отличненько. Теперь вставим. Так, 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 очень сложный механизм, ребята, я вам очень, так скажу, очень сложный механизм, я придумал, ну как я придумал, этот механизм очень давно придумал бог Майнкрафта, мне так рассказали, так, и вот сейчас реально будет дождь из клиперов, ребята, давайте, чтобы они не разбивались, построим вот такую штуку, короче, платформу, так сказать, вот тут вот, вот такую вот, чтобы поинтереснее было.
Так, вот тут вот, вот тут вот, вот тут вот, вот так вот удлиняем ее. Так, надо поставить там set day, чтобы светло было. Вот так вот, давайте вот так вот поставим. Смотрите, ну это сейчас просто нереально эпически. Бадабум, бадабум. Ребята, и в конце вас ролика вас ждет вообще офигенно. Вы просто офигеете. Досмотрите ролик до конца, и вы просто офигеете, что тут будет твориться. Вот, ребята. И давайте вот тут вот еще немножко продлим. Вот так вот очень много, очень много, очень много. Ну, я думаю, будет достаточно. Вот тут вот, вот так вот, смотрите. В общем-то, тут столько будет сейчас криперов. Нереально очень много, количество большое. Так, ищем, вот. Забираем яйца криперов. Так, так, это нам не нужно. Так, почему у меня вылетело? Так, вот так вот, забираем, забираем. Опять у меня вылетело, блин, да что же такое за троллинг-то? Нереально крутой какой-то троллинг у нас появился. Так, смотрите, вот сюда вот складируем наши яйца. И теперь давайте вот сюда вот возьмем и поставим вот сюда вот криперов. О, не могу никак взять их, блин, прикольно. Так, еще немножечко возьмем, я думаю, вот столько нам хватит. Так, и давайте. А почему у нас тут теперь не идет? Так. А! Все выпало! Все выпало, все пропало, блин. Все пропало. Так, ну ладно, не суть, так, полетели, 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 так, так, сюда немножко, смотрите, какой эпик начинается, ребята, вот сюда вот немножечко, и вот сюда вот немножечко, и вот сюда вот немножечко, смотрите, сколько криперов, это реально какой-то дом, ой, дождь из криперов, офигеть, опупеть. Вау, ребята, ну это супер-пупер, давайте под ними сломаем вот это все. Смотрите, полетели, 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 полетели криперы. Прикольно, ребят, смотрите, сколько их, очень много, очень много, очень много. Полетели, 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 полетели. У-ху. Офигеть, ребята, смотрите, сколько криперов летит. Опупеть, ребята, смотрите, ну это вообще нереально. Я впервые вижу такой дождь из криперов. Опупеть, ребят, смотрите, сколько их тут много. Вау, опупеть. Смотрите, давайте сейчас вот это все пройдут, все криперы вылетят, и я вам покажу супер-пупер офигенно. О, смотрите, сколько там опыта, нифига себе. Смотрите, сколько пороху тут. А пупеть, тут и яйца криперов лежат, нифига себе, откуда они тут взялись. О, давайте помоемся под этим душем. Ой, да, как хорошо, ой, дождь из криперов. Давайте, ой, вот так вот хорошо помоемся. Главное, чтобы мы не взорвались. Интересно, мы теперь, если мы помылись под дождем из криперов, то мы теперь будем взрываться? Интересно, прикольно, блин. Ну-ка, давайте... Сколько тут... Ой, сколько тут много еще. А, тут пропало, тут пропало, тут пропало. Все пропало. В общем, вот тут вот осталось немножечко. Так, сколько тут осталось? Ну, вот так вот. 20 яиц, вот. И давайте я вам сейчас покажу просто нереальный бадабумище, ребята. Правда, я не так уж много и буду их брать, этих динамитов. Но вы сейчас просто офигеете. А криперы не взрывались, но взорвутся сейчас вот эти вот... тентишки. Вот, давайте вот сюда вот парочку... Вот сюда вот парочку, давайте быстро работаем, быстро, быстро, быстро работаем. Вот и понеслась, смотрите, что тут происходит, ребята. Нереальный бадабум тут происходит, смотрите, просто офигеть, ребята. Вот это бадабумище, офигенище. Вот это, вот, стена как спасает-то это, деревню-то. И смотрите, вообще не задела нашу деревню, ну, друзей наших. Вот, смотрите, просто я купаюсь под дождем из тентифок. Прикольно. Так, все, закончим. Ну, ребят, смотрите, ну я вас, наверное, порадовал. Смотрите, какой я вам дождь сделал из криперов, да еще и из TNT. Так, ребята, нам надо сказать нашему мэру, ну не нашему, а соседнему мэру, то, что мы с вами ничего не взорвали, ну, правда, рядом там взорвали, ну, деревня не пострадала. Так, а где он самый главный-то? Фиолетовый, эй, мэр, ты где? Эй, мэр еще, а вот они. Так, мэр, мы все это, мы сделали механизм. В общем, ваша деревня не пострадала, никакой дом не пострадал, все блоки сохранности, все в порядке. Ой, Нубик, ну ты молодец, конечно, ты порадовал своих подписчиков, сделал дождь из криперов и стентишек. Да, житель, я порадовал своих жителей, и теперь можно заканчивать это видео. Ребята, спасибо огромнейшее за просмотр этого видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ребята, обязательно пишите в комментарии, сколько получилось у вас, 12 минус 5 плюс 4, ребята, спасибо огромное, если вы написали, сколько получилось, ребята, рассказывайте об этом видео мамам, бабушкам, дедушкам, друзьям, ребята, с вами был Нубик Даня Фин, ребята, всем удачи, ребята, всем пока, ребят, пока.